Какое сельскохозяйственное животное вы бы завели? Наверное, корову. Почему? Молоко, масло, сметана, много простокваши, сыворотка и все прочее. Корову. Почему? Ну, потому что прибыли больше бы выходило. Молока, молоко всегда востребованный продукт. Корову. Почему? Это и молоко, и мясо потом. Курочку. О, почему? Потому что яичница – это вкусно. Кентавра. Почему? Ну, как бы мужик, мускулатура есть, помощник и скотина в доме. Это прекрасно. Я бы завела лошадей. Почему? А потому что я очень люблю конный спорт и раньше им занималась. Сейчас бы тоже продолжила. Свинью. Почему? Ну, чисто плотное животное так-то. Козу. Да? Почему? От нее молоко. Курицу. Почему? Яйца люблю. Белок. Корова. Почему? Ну, я считаю, что это очень полезное домашнее животное. Волков и свинок. А почему? Ну, потому что барашки для шашлыка, и свинка так дома покушать. Лошадь, 100%. Почему? Ну, потому что я тренер наездник лошадей по образованию. Наверное, лошадей. Почему? Ну, во-первых, передвижение и, в принципе, красивые животные. Лошадей, наверное. Почему? Ну, на лошадях катаются, лошади очень хорошо помогают деткам с особенным развитием. У меня мама завела козу, две штуки. Вот, нормально. Молочко пью. Корову. Почему? Она молоко дает. Как коровка говорит? Му. 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 Как курочка говорит? Кудахта. Кукареку. Коко. Кукареку, да. Кукареку. А как свинка говорит? Хрю. Хрю-хрю. Как козочка говорит? Нет. Бе. Бе. Как кошка говорит? Мяу. Мяу, мяу. Как лошадка говорит? Иго-го. 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 А, ну примерно так же, как я смеюсь.